Я, кстати, теперь понял, зачем Ксюха выкладывала сторис, что им нужны тёлки пиздатые. Ну, вы понимаете, для клипа, походу. Lucky Dragon. Lucky Dragon. Ля, какие шлёпанцы, блядь. Да, это печальная новость. Меня в очко ебут, твич правила. Ребята стримят налегке, мне завидно. Не замерзло, я в ауте. Состояние такое, тильт в Африке. Один в комнате, заперт я. Планета магнитофон, в режиме пауза. Остановка бан, водитель ставил наручник. На выход парень дрейфовать в океан один. Ебаный рот. Какой же дрон сексуальный. Охуеть. Бабки, на мне море Посейдон. Посейдон на яхте. Меня омывает пол. Меня омывает бабки. Парень, Посейдон. Посейдон на яхте. К тебе катит Посейдон. Парень, посмотри. Посейдон на яхте. К тебе катит Посейдон. Посейдон на яхте. Море? Море? Сук, на мне все волны. Достают три зубец, вылезают три русалки. Расчехляют шлем и играют с ними в салки. Твоя рыбка потекла, она хочет дольше. Блять, им реально по 17 лет. Кто пишет кринж, запишите лучше. Объясню почему. Потому что дрон это делает все по фану. Алло, это фофан песни, это фофан клипы, блять. Перрон, забирай, что кешон мой, не сломать пути не то. Капнула тебе лучше, скажем, трек поднимай снизу. Ох, на все ты что вообще все, собирай манатки на худому. На мне море Посейдон, Посейдон на яхте. Меня омывает пол, меня омывает бабки. На мне море Посейдон, Посейдон на яхте. Меня омывает пол, меня омывает бабки. Посейдон на яхте, к тебе катит Посейдон. Эй, парень, посмотри, Посейдон на яхте. Знаете, чего не хватает в клипе? Активных кадров. Типа, мне кажется, было бы охуеннее, если бы они, ну, типа, дрон за рулем яхты, допустим, был бы, они прям с ебанутой скоростью бы летели, и, типа, тёлки там все вот так вот, вот там трогали сзади. Ну, типа, таких активных кадров очень мало, не хватает этого. Типа, прям на ходу чем какой-нибудь движ был бы, это было бы охуенно. Тебе катит Посейдон, Посейдон на яхте. Выбирай себе рыбу, да, дядя Посейдон. Она тянет свою улыбку, запуская в неё дрон. Ух ты ж. Так, Андромеда, извини, сейчас мы твою песню дослушаем. Ща. Уф, блядь. Бля, на это... Есть три вещи в мире, на которые можно смотреть вечно. Блять, это как течет вода, как горит огонь и как Андромеда записывает клипы. Уф, блять. Неплохо.